Srdce na půl. Смотри, Корим, там вот где-то когда 75% будет, то ну там уже тебе мастера надо будет давать. И, возможно, каплю по Вилшайну. Окей. Я скажу, если что. Ловушки чекаем. Милики. Тайминг и ярды, да? Миринда, следующее заражение твое. Пока у тебя один шаркарь. Миля. Даш. Давай, 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 давай. Хорошо. Фарлина и Фарлина. Фарлина, ты нажми. Есть? Вилшайн аккуратно. Ловушка. Бухая сова. И Миля. Тоже пройдем. Аккуратно, чтобы чума не перекинулась. Сова, аккуратно. Корим, следующий этот мастер... А, да, следующий мастер твой на заражение. Вот сейчас на заражение. Прохил. Ловушка Миля. Корим и прохил. Это, руку камень, 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 камень. Ханту. Продала комбейте. Гимноману и мне Инер. Миринда, я бы забрал бы вот поклеивлен с чему был. Вилшайн твой этот заражение. Сейчас, сейчас, сейчас. На портал. Хорошо. Искорнение надо будет вынести, хорошо. Осквернение, осквернение, осквернение. Хорошо.
Статнитесь. Дайте чеканову сальву, чтобы я только хилился. Осквернение сразу. Хорошо. Ну так. Надо будет боком стоять. Как сейчас. За спину. РДД в ренжу. А, да-да-да. Фарлина, твой десак будет. Десак. Милики ушли. Да чеканога не достоин, хорошо. Блять, так надо противоположно встать в сторону. Там, не, где... не. Вилшайн. В лужи не наступите. На портал. Спиной. Осквернение сначала, потом на портал спиной. За Лича встаньте. На портал. Вальку бьем, нет? Да. 4%. Бьем. Корем заражение сейчас будет твое. Нажимай. Искренение? Хорошо. На край. Прохил. Все на край. На шипы тоже на край. Хант, первый на пул твой. Распредайтесь. Стэма нету еще. Антон, старайся не спель. Сферки. Сверки. Тоже по новому духу играете, когда у того меньше 30%, 20%. Приходка. Дух. Фарлина десак. Ладно. Нормально, нет. На центр. За треугольником. Духов бейте. На ханте там особенно, на Савестр, пол. Аккуратно здесь стоите. Назад. В угол. Все в угол. Дальше. Миринда, духов держи на месте. Там один остался. Оскорнение. А, ботинки не сработали. БР. Дух. О, да, БР не, пожалуйста. Сова. Каску ему сразу. Я бомжатскую дал. Смотрите, здесь. Сейчас духи. За спину встаньте. Миринда, лови.
осквернение. Блин, я ловко прожал не то, что надо. Отойти. Хорошо. Духи? Можно вести. Пристабаф, дайте. И все бафы вообще пристабаф скидайте. Идем. Духа убейте. По краю держитесь, там на центре падают. Стакнитесь, плиз. Прибежать. У тебя по агро нормальному, то этот триксы дать себе в руку. Да. Осквернение сразу. Геру. Как ты знал? Освернение 2 секунды. Грустно, блядь. Пока прожимался, прожим приманом, блядь. Чуть-чуть отвлекся бы на 2 секундочки, блядь. Блядь, у нас реплениша нет. Сразу вот сюда падает. К стене ближе. Осквернение сразу. Бля, у меня ботинок нету, если что, от меня отойдите. Ну, а, все, кинул. Вижу Неринду. Забери. Поднажать бы. Осквернение. 9. Сейчас все, подведу нормально. Должно хватить. Десант есть. А, берсерк еще 2 минуты, нормас, на центр. Чисто технически сейчас поднажать, сейчас пойдем, пойдем. Да. Этот есть, истерия есть, все есть. Десант есть. Нормально прохиливаете в комнате? Да. Я постараюсь медленно водить просто. Спасибо за инер. Осквернение сразу будет. Как всегда. У меня опять ботинок нет, если что. Дух, ага. Хорошо. Осквернение. Духи там. Стерию закинул.
Еще чуть-чуть его отведу от духов, это там падает. Осквернение 5 секунд. И добиваем. После этого. Добивайте. Гроц. Жесть, вот это лут, вот это лут. Ну хотя бы.